Intega Gold, режим город 1. Смотрим сработку на Крис, который стоит нам в спину. Крис П у нас будет. Есть сработка, то есть дальность примерно метров, ну, 200, наверное. Сейчас покажу, где он стоит. Ну, 150 точно есть. Сработку показывает, и после этого перейдем в режим трассы, чтобы посильнее было. Пункт выдачи приема устроили. Сигнал помощнее стал, сработка ярче пошла. Вот он, Крис, с левой стороны. Что пытаюсь показать? А пытаюсь я вот чего показать. То есть сработку, грубо говоря, сигнатурного прибора против сработки прибора аналогового. Без всякой сигнатуры, что все-таки дальность у него поболее. Что в городских, что в трассовых режимах. Поэтому, как я и говорил, либо уж будьте любезны слушать левые помехи, но получить дальность нормальную. Либо ездите в тишине, но в этом случае тогда есть вариант залета.